офигенски. Красиво. Когда в селёдке нерест? Сегодня. А, кстати, сейчас, да. Знаменитый сэндвич с селедкой голландский. Блять, пошли бы лучше поработали. Волонтеры на лодке. И бабки пожертвовали профессиональным очистителем канала. Ловят мусор в пластик. Отвлекаются просто. Танцы с мантем. Потом эти кровати, все заправлять, стирать, что с этим бельем делать. Давайте поедем, блядь, отель. Ну что, типа, хуй знает. А потом я подумал, а что я, блядь, гоню? Что, гоню, что ли? И вот остался в недоумении. Правильно было? Что, ты лаванды возьмешь? Не нравится лаванда? Респект выглядит, как будто из бамбука. Бывает бамбуковый аспект. Саша покупает себе марсианский пейзаж. Что, дать? Да, да. Это вербное воскресенье, что ли, Саня, завтра? Нет, Саша, хочу букет сделать. Они стоят, вот одна такая палочка по 8 евро, ёлки-палки, не может. Да я тебе говорю. Вот, вот, смотри, цены. Вот одна такая веточка, 8 евро. Сейчас букет у тебя будет, блин, как чугунный мост. Евро на 50, наверное. Да, на 50. На 100, ёпта. Да я не думаю. Да? Да? Не, ну это отдельно, как не считается. Парни тут... Парни собрались в Голландии на вербное воскресенье. Смотри, вербы себе убирают. Вот Саня вызвал цвет этого зла, а Андрюха разноцветный. Вот они, вроде, пресловутые перевернутые деревья. На самом деле, это обычные деревья. Ничего они не перевернуты, это выдумки. На самом деле, это просто обычный платан, просто так вот обрезанный. Никакое-то не перевернутое дерево, как бы не выдумывали, как бы, да, не выдумывали всякие клеветники науки. Саня, что это такое бело-длинное? Селёдку. Селёдочку какую-то, голландскую, да, ловим. Я в теме. Какой-то, блин... Трипель какой-то. Трипель, квадрипель, блин. Трапист? Трапист? А, трапистское пиво. Трапист. Понятно, блядь. Типа дрюпель, трюпель. Я послушаю. Есть... Ебанутся, могли бы... Есть дрюпель, трипель, квадрюпель и квадрюпель. Самые красивые виды.
как бы запомнить мне их на всю жизнь. Самые красивые виды, что я видел за последние. Почему, блин, почему такие красоты пропадают? Костик, вкусно? Парни наворачивают бургеры. Пиздец. Андрюха даже вилку с ножом использует. Делает какие-то необычные сочетания с бататом. Ну, Костик лупит, смотри, за обе щеки сразу. На самом деле все слупил в самый первый. Сидит уже. А я уже все съел. Только сыр кусок остался. Парни, как вкус? Хуя. Очень вкусно. Очень вкусный бургер. Не знаю. Может быть, вообще лучший бургер, блять, который я когда-либо ел в жизни. Даже. Я так сейчас правда думаю. Это охуенный бургер. Этот бургер, похоже, самый лучший. Я лучше его и не ел. Этот, блядь, очень... Да. Тем более, даже на этот вопрос ответа не найдешь. У тебя какой-то хвост вылез. Из бургера. Какой-то хвост вылез. Но это тоже можно есть, как Андрюха скажет. Любой хвост... в создании можно съесть, да, правильно? Да. Вот Костик хвост завернул. Не ядовитый. Там туалет. Потом вот надо идти сюда. Сюда. Потом сюда. Вот по такой лестнице. Вот только потом попасть вот сюда. Вот поход в таких узких домах Амстердама. С ресепшн. Так, господа, это Хоббсдорф. Город, куда лежит наша конечная цель. Там Томхаус наш очень хороший. Подруги, Наташа. Ну, тяжело было до вот этого места добираться с двумя пересадками на каких-то перекладных. Ну, Хоббсдорф, для понимания, это примерно как у нас Домодедово. Вот вы, например, живете, ну, в Москве погуливанили, кабаки, развлечения. А домой, например, в Домодедово вам ехать. Нормально, как вам кажется? Вот. Так и Хоббсдорф.